Значит, себе ламп. То есть вот справа у нас есть такая книжечка. Заходим в нее. Здесь есть вкладка лидер. Выбираем race leader. И вот здесь у нас есть сразу все лампы, которые у вас есть. Также тут есть гильдии, которые можно назначить. И также есть возможность назначить ламп. То есть мы выбираем назначить. Выбираем, кем мы хотим назначить. То есть командующий — это архонт. Капитан по маневренной атаке — это атака, капитан по защите — это защита, и капитан по поддержке — это поддержка. То есть мы вводим ник, который хотим, нажимаем ОК, и тогда человек становится лампой. Ну, так как лампа уже у него есть, то он это не срабатывает. А так приходит, вот мы назначили себе ПВДД. Также тут можно освобождать. Также будет, видимо, функционал назначить на какое-то именно чего я вместо себя патриархом кого-то. То есть выбираем, вводим, допустим, ник, назначить, и вот он вместо себя кого-то можно назначить. Давайте попробуем на завтра, на вторник. Ну, как-то так.